Ну что, все готово. Все у нас готово к тому, чтобы все-таки стартануть наконец-таки лан-турнир города Новосибирск. Мы, к сожалению, без автодиректора будем смотреть эту игру, поэтому не ругайтесь, если я какие-то фраги буду пропускать. Ну что, пистолет раунд, карта The Cash. У нас Дэн в мейне уже стреляется за тремя. Минус есть от Легиона. Ну и кто тут будет? Святослав на приеме. Есть кукуруза. И как же неудачно это все складывается в пистолетном раунде. Пять игроков атаки уже на пунте. Ну, из пальца три минуса. Просто сажок бежит резать. У нас Дэн. Что происходит на карте? Боже, не умирает он до сих пор. Ёжик последний. Вау. Вот это пистолеточка, а, друзья мои. Ёжика не ждут, по ходу дела. Ёжика не ждут. Оу. Вот это пистолетки. Вот это страсти, а. Трипл килл от ёжика. Дабл килл от Ниркса в пистолетке. Ну что? Давайте придемся по составам играющих коллективов. Кукуруза. Ёжик, Ниркс, Раймс, Лонг и Святослав. Ну и вот второе название команды, сейчас я вам точно скажу. Это Natural Selection. Natural Selection у нас играет. Сейчас, знаешь, как скопировать, что ли, чтобы мне не потерять-то. Куда бы мне скопировать-то? Это забуду же. И беда. Ну что, у нас начинается второй раунд. В общем-то, у нас лан-турнир в городе Новосибирск. В компьютерном клубе Headshot. Для вас матч комментирует Максим Хокикс Петров. Еще раз скажу, что я на сервере непосредственно сижу, поэтому, к сожалению, автодиректор у меня не работает. Поэтому будем смотреть вот так вот. Будем переключаться, будем анализировать, комментировать, смотреть и наслаждаться сибирским Counter-Strike. Ну что, ежик, уже даблки в этом раунде. Кстати говоря, поджим у нас идет уже гаража вместе с Раймсом. Ёжик заходит уже почти в гараж. Там у нас НЗ. НЗ стреляется с Глока. Ну, не все так удачно пока что складывается. Ну, вот пистолетка, кстати говоря, была неплоха. Там у нас получилась ситуация 2 в 1. И вот, к сожалению, у нас Natural Selection отдали. Natural Selection, состав Легион, Дент, Фетист, я так понимаю, Эдвейс и НЗ. Такие вот ребята. Ну что, у нас второй раунд прошел без потерь, по-моему, для коллектива Кукуруза. Кстати говоря, Кукуруза, по-моему, я даже как-то уже было дело комментировал. Вот, не помню только где. Какая хорошая флешка, только что в мейн у нас залетела. Ниркс. Минус НЗ моментально. Два игрока со скрипа у нас вылетают. Уже хлопа, по-моему, идет. Там уже Раймс. Минус. Ниркс продолжает спрейть. У нас берет USP, переключается. Просто в спину настреливает Легиону. Минус. Есть еще один. И Дэн последний. Опять без потерь. Опять без потерь, Кукуруза выигрывает очередной раунд, и могу отметить лишь тот факт, что очень все хорошо по экономике. Если посмотреть, у нас очень много денег у защиты. В атаке мы, конечно же, естественно, видим закуп. Наконец-таки была поставлена у нас и бомба в первом раунде. Вот я как-то не обратил внимания, что у нас было во втором. Форс ли был? По-моему, там был просто экономический раунд с глоками. То есть денег сейчас у атаки тоже мы видим много. Ну что ж, посмотрим, есть ОП. Есть ОП от Легиона. Посмотрим, как он его реализует. Он на подсадке. Хороший, кстати, хае в лицо моментально пролетает. 61 хелспоинт у него остается. Тяжеловато будет ему уже действовать. Он выходит в мидал. Ёжик просто с P90 у нас отрезает этот самый буст. Вот так вот. Два минуса моментальные у нас уже от коллектива Кукуруза. В общем-то, вылезает у нас два игрока со скрипа. Не чекают Раймса совершенно. Раймс в паре с Нирксом. Минус два. Отличные. Ну и последний игрок. Это Дент. Дент у нас находится в данный момент в мейне. Даже перед мейном. Боба у нас лежит. И все это видит защита. 4-0 без потерь. Очередной раунд для коллектива Кукуруза. Ну что ж, у нас немножко, наверное, о турнире. У нас 10 команд принимает участие. Лан-турнир в компьютерном клубе Headshot. И, в общем-то, 500 рублей призовой, хотел сказать. Вступительный взнос с команды 500 рублей. Призовой мы узнаем на полуфинале. Там как у нас со взносов, в общем-то, судья, администратор Данил посчитает, решит. Вот, денежки отдаст. Все закономерно. Ну и раунд под номером 5. У нас начинается, у нас все практически игроки под бэплентом. У нас там с... Кто у нас там бегал? Да, Святослав бегал с Фамасом. Вообще не боится, против 4 игроков выходил. По Денту попал по Фетисту. Ну что, Фетист, отлично, в размен наконец-таки сыграли. Это, кстати, первый фраг, по-моему, за 3 или 4 раунда. Первый фраг от коллектива Natural Selection. Вот так вот. Продолжительная была такая пауза в фрагах, в убийствах от атаки.
Ну и наконец-то размен. 4 в 4, в принципе, статус-кво на карте. У нас Адвейс дает флешку в мидл. Ну, под эту флешку, естественно, некому просто-напросто выходить. Мы видим, что три игрока идут под мейн. Один со скрипа, и Ниркс у нас будет на приеме. С АКМом, но там очень мало хрустпоинтов. Кстати говоря, не чекают на позицию 90. Никс начинает спрейть. Минус один уже есть. Ну что, размен будет сегодня? А размена нету опять. Опять нету размена. Ниркс до сих пор живет. У него есть информация уже по многим игрокам. Он заходит просто в спину, убивает в ухо Дента. Ну и третий минус от Ниркса. Что происходит на карте кэш, пока мне, честно скажу, непонятно. Как-то все очень хорошо пока что складывается для коллектива Кукуруза. И я не вижу, за счет чего Natural Selection будут все-таки сегодня побеждать. Но мы видим, что Святослав у нас в графе убийства имеет 0. Героический парень. 11 киллов уже у Ниркса у нас. Ежик 7-5 у Раймса. Лонг 2 килла. Ну, атаки мы видим. 5 киллов за 5 раундов. В общем-то, статистика пока очень хорошая. По одному убийству в раунд ребята идут. Ну и что придумают? Что придумает атаку на закуп АКМ по 92 юмпихи и П250 от Адвейса? Ох, да ладно! Да ладно, друг мой! Хо-хо, вот это украшение. Вот это украшение! Раймс просто прострелил у нас гараж и продолжает, кстати говоря, простреливать. Вот это украшение просто раунда. Молодец, какой снайпер. Команда у нас просто шикарен. Просто шикарен. Ну что ж. Смотрим дальше, что у нас будет происходить. 4 игрока осталось в атаке. С UMP выходит у нас Святослав, надо забирать. Да, 3 хп остается, правда, у Дедвайса, но и будут они выходить на БПН, скорее всего. Правда, Молотов очень тайминговый залетает и моментально останавливает заход коллектива Natural Selection на БПН. Они разворачиваются сразу на 180, на 360 прям градусов. Убегают они моментально на апленд Легион. Хороший минус. Ну что, в мидл выход у нас на Раймса. Раймс АВП. Заметьте, уже Раймс мажет. Мажет Раймс. Мажет Раймс. Еще раз мажет. Там уже доходит у нас Фетист. Но Зум просто даже не успел стрельнуть. У нас снайпер команды Кукуруза. А Фетист минус. И два игрока еще живы. Ну что, у нас тут Ниркс есть. У нас есть Ниркс. Ниркс слышит, как ставится бомба. Главное не топать сейчас Нирксу. Никс находит одного. Но должен понимать, что еще есть один игрок в спине. Да, Фетист находит. Отлично. Лонг последний против троих игроков атаки. Убивает Адвейса. Так, у Ланга, в принципе, есть диффужил киты. И смотрите-ка, оставляет Легиону. 19 хелспоинтов, бежит дальше. 41 хп у него в активе. Убивает еще одного. Но все-таки Фетист в этом раунде разошелся. Трипл килл от Фетиста. Первый раунд для Natural Selection в атаке. Отлично. Чет снайпер у КТ. Да, здравствуйте, чатик. Привет всем, кто следит за турниром. Здравствуйте, рад вас всех видеть. У нас LAN-турнир в Новосибирске. Еще раз напомню. Вот, раз в 2 недели у нас проводится LAN по дисциплине Dota 2, потом через 2 недели по CSGO. Поэтому, кто из Сибири, желающий участвовать, вот есть вверху справа ссылочка на группу ВКонтакте, где у нас проводится регистрация. Вот, поэтому заходите, участвуйте. Хорошая подсадка от Ниркса, вот я все искал, где же Ниркс. Он под номером 5 у нас игрок, и Ниркс, посмотрите, какая подсадка, в общем-то, тут лежал смок, и вот сейчас Нирксу надо уходить, конечно, да, там уже флешки пролетают, там уже все пролетает, он не заметил игрока, который зашел только что под мейн. О, Легион, своего уже убивает, зачем же так, друг мой, Легион, зачем же ты убиваешь уже своих-то? Это фейл, убил снайпера, вот так вот, ну, бывает. Бывает. 3 в 5 ситуация. В общем-то, атака у нас под скрипом. Я не вижу какой-то осмысленной, на самом деле, игры в атаке от коллектива. Раймс опять мажет. Вот прострел показал ты мне очень здоровский. А вот дальше я смотрю, пока что беда происходит. Опять мажет. Да что ж такое-то? Пока прицел сбился. Может быть, не успел разыграться. Все-таки ребята на лане. Вот. Может быть, не успели зайти на ДМ и постреляться немного. Может быть, с ботами не поиграли. Да ладно, ну Раймс. Ну как же Эдвейс только что не добил своего соперника. Мне непонятно. Как и непонятно, наверное, зрителям. 6-1. Что ж, уверенно, пока игра в защите, на самом деле, у нас, вот смотрите, зрители. 1249, да? Больше, чем на эпицентре, ё-моё. Там, кстати говоря, сейчас была церемония открытия эпицентра, поэтому, кто хочет там на стрим Рухаба, заходите. Очень интересный турнир. И там сейчас G2 против SK Gaming будут играть. Ну что, под Бапленд. Выход массовый у нас. 2 молотова. Ну вот зря 2 молотова сразу потратили. Наверное, Святослав сейчас понимает, что он все-таки подошибся. Но там тем временем просто ёжик заходит уже в спину с гаража. Уже 2 головы моментально ставят. 3 игрока. Атаки еще живы. Тэг, глок в количестве 2 у нас остается, Святослав жмет также бэпленд. Ну что, Дент последний. Дент у нас с
Глаком пытается убить ежика. Ну и, конечно, в спину уже просто обошли все игроки команды Кукуруза. 7 раундов уже в активе защиты. И вылетает игрок атаки. У нас один. Должна пауза ставиться у нас. Пауза почему-то пока не ставится. Противник убить не может, зато хотя бы тиммейта убьет. Нет, тиммейта у нас как бы... А, ну ты имеешь в виду... Нет, у защиты нормальный. Почему? Снайпер как бы... Раймс у нас не убивал своих, как минимум. У нас почему? Что происходит? Почему 4 игрока у нас на сервере? Да, пауза у нас просится наконец-то и будет поставлена пауза. 7-1. Пока что счет, и уже могут сейчас у нас оформить победу в первой половине игроки команды Кукуруза. В общем-то, взять 8-й в свой актив. Но мы видим закуп, да, опять же. Эдвейс закупился, Легион купил себе армор и Дигоу. 2 Гока в активе, Дент уже умирает. Эдвейс вместе со своими тиммейтами идет под скрип. Ну что, да, наконец-то минус есть, 61 хелспоинт у него остается. Врывается еще один игрок, ухожу в спину, тогда убей же его, наконец-то. Ну все, тут уже лонг находит, 8-1. Просто ушел домой кушать суп. Не исключено, друзья мои. Не исключено, что он ушел домой кушать супчик. Я бы сейчас от супчика тоже, кстати говоря, не отказался, потому что с утра как-то особо покушать не успел. Вот, ну задержки у нас, задержки турнира, опять же, на час. Получается, мы опоздали. Должны были в 12 часов начать, начали только в час. По московскому времени, пока зайду на HLTV.org и посмотрю, начали ли играть у нас G2 против SK Gaming. Они еще не начали играть, но так вот, что же сказать, не начали еще играть они. Мы пока еще ждем начало и там, и ждем здесь начало. Кстати, вообще всегда смотрю тебя, по почте приходит типа Хок начал стримить, сразу лечу на трансляцию. Ну, спасибо, приятно, приятно слышать, но бывает, что тебя и не бывает. Вот, вчера стримил, тебя не видел, вот Смуза вчера видел, вот, еще людей не видел. Ну, короче, да, кто заходит, кто-то не заходит, уведомления, это тоже очень хорошо, конечно. Так... У нас 10 команд, я сейчас открыл сетку, не знаю, давайте я, может быть, покажу как-то эту сетку, пока у нас все равно пауза. Вот, я думаю, можно показать. Вот она сетка. В общем, мы сейчас с вами смотрим матч под номером 1, вот этот вот, Кукуруза против Natural Selection, потом, скорее всего, вот этот матч, вот этот. И потом дальше. Best of 1 у нас серии, вот, без сетки узеров, без всякого вот этого вот. Машнилова, в общем, должен, по идее, очень быстро турнир у нас пройти. Вот, без задержек, я надеюсь, в дальнейшем будет все. Поэтому остается только, в общем-то, ждать и верить в лучшее. Что-то я тебя раньше тут не видел. Я просто, бывает, пишу, а не сижу. Что случилось? Так, это нормально, нормально, лоссы, 20% лоссов у нас пишет Раймс. Ну, Раймс не мешает, он офигенный просто, вот честно скажу. Обалденный прострел сделал только что раунда 2-3 назад, наверное. Он прострелил гараж. Я даже сейчас, вот если есть возможность, я даже сейчас покажу, откуда он это сделал. То есть вот он был вот здесь где-то. И получается вот отсюда, просто вот сюда стрельнул. Чик, и в голову убил. Типа, вот так вот. То есть, в Новосибирске есть талантливые каэсеры. Вот. Поэтому будем смотреть и следить за ними, конечно, поактивнее, повнимательнее. А ты, Айсвар, не будешь стримить? Сегодня... Нет, я пока что перерыв взял на данном проекте. Пока что этим проектом не занимаюсь. И к этому проекту пока... В общем-то, пока перерыв. Вот так. Ну, прострел все равно хороший показал, еще раз говорю. Ну, что, 8-1, у нас пауза почему-то пока не отжимается, хотя вроде бы ребята у нас готовы. Вот у ежика фотка с Лана, Лан пацан, сразу видно. Я бы с удовольствием сейчас на Ване поиграл, не знаю, вот. Мне кажется, пацаны такой кайф ловят просто сейчас. Вот сидят в компьютерном клубе, в пятером, за компьютерами. Вот, пятюни друг другу отбивают, кричат, радуются там, все дела там. В общем-то, ловят невероятные эмоции.
Сам, помню, ездил, вот, но это еще было по КС-ке 1.6, вот, сам ездил и очень-очень, в общем-то, был рад этому, наслаждался невероятно. Ну что, у нас софитист 800 баксов, ему бы денежек дать, было бы здорово, вот, но кукуруза пишет, что они не ready. Ну, будем ждать, что еще сказать, будем ждать, конечно же. Будем пока что ждать. Ну, даже по фрагам, если посмотреть, да, у нас вот в атаке 3 фрага у Легиона, у Эдвейса 2, 1 у Дента, и у Фетиста, по идее, где-то фрага, наверное, 4 должно быть. Он один раунд тащил, триплки он сделал. У него где-то 4 фрага было до дисконнекта. С 0.9 пока идет у нас НЗ. Ну и кукуруза мы видим 14.3. Неркс, Ежик 10.2, 7.2 Райм, Святослав 5.3. Лонг 6-2, то есть очень-очень-очень хороший результат по фрагам. И пока что просто на самом деле переигрывают. Пока на самом деле просто переигрывают на скилле, наверное, на стрельбе. Вот, и ну, тяжело с этим что-то поделать, когда в атаке у тебя нет какой-то осмысленной стратегии. То есть мы видели первые раунды в атаке, то, что ребята просто мчались куда-то и, в общем-то, пытались просто выйти вместе, ну, как-то терялись. Вот они доходили до гаража, вот здесь вот они стояли, вот здесь, и постоянно их вот здесь вот ловят, то есть они не могут осмысленно выйти куда-то. Ну что, пауза снимается у нас, и продолжаем мы смотреть за этой встречей. Best of One серия. Лан турнир города Новосибирск. У нас кукуруза против Natural Selection. Пока что кукуруза ведет со счетом 8-1. Ну и Молотов какой-то странный. На самом деле от Святослава Молотов залетел, хотя вроде там никто не выходил. Ну что, у нас тут, ну посмотрите, вот, да, стратегия атаки. То есть апнуться в гараже. Ну, точки совершенно, вот они зажаты вот в этом квадрате. Зажаты в квадрате, ждут аркаду, то есть они играют не первым номером. Святослав в поджиме Б-плунта, его заметили, по идее должны уже моментально стягивать. Святослав у нас уже занял чуть ли не респаун. То есть это уже просто тотальное доминирование, несмотря на то, что энтрики у нас дал Natural Selection, убил у нас NZ, как раз таки первый фраг он заработал. Вот, несмотря на все это, вот, пожалуйста, смотрите, что происходит. У нас минус от Святослава, замечает еще одного игрока в гараже, а там у нас все вообще выходят стреляться зря. Лонг, правда, минус у нас еще Дент, 3 в 3 пока что ситуация, с ВП играет Раймс, Раймс в миде и под Бэплэн. Под Бэплэн побегут, и Лонг ошибается, Раймсу надо моментально стягиваться, уже помогать, в общем-то, при отбитии точки Б. Три игрока тоже в атаке у нас бегут на Бэплэн, ну что, АВП? Пора включаться, Раймс. Да как же ты опять мажешь, друг мой? Да что с тобой сегодня случилось, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит с Раймсом, я просто не понимаю. Но в стопроцентной ситуации он только что опять же не попал. В стопроцентной ситуации. Это... Ну это как назвать? Вот у него 7 киллов, но на самом деле, если бы он просто попадал, у него бы было бы уже, наверное, киллов 15. Вот, потому что он столько раз промазал, я просто в шоке, на самом деле, нахожусь. Ну что, Легион, СВП, Молотов пролетел на буст, Молотов, ну, не задевает у нас снайпера атаки. Вот только сейчас немножко подзадел, 16 хп минус. Опять же, позиционка у нас в атаке. Хорошая флешка прилетает на мидл. Легион моментально занимает эту точку. Но почему-то дальше не пошел. Ну, боится, понятное дело. Там два игрока в миде. Один уже оттянулся на плент. Легион попытался просто прострелить. Непонятно. Ну что, Ниркс, энтрикил по денту. И опять нет размена. Опять нет размена. И опять у нас 4 игрока под мейном. Будут атаковать, видимо, точку А. Посмотрим. Бомба у нас пока не торопится никуда идти. Минуту до конца раунда. Святослав уже с лонгом поджали. Опять же, Б-плент. И... Ну, что делать-то, собственно? Что тут придумаешь? У нас 4 игрока в гараже. И пойдут опять, возможно, под Б-плент. А там уже просто невероятный поджим. Ну, посмотрите, Святослав, да, вот. Раз, второй будет минус. Да, два минуса. Нет! Нет, второго минуса не было. Ну, лонг. Надо запирать. Надо запирать, да. Запирает он еще и Легиона. Надо забирать снайперскую винтовку, возможно. Эдвейс размен, Раймс минус. НЗ последний, умирает от Раймса. Вот Раймсу надо было просто АВП сменить на кольт. И моментально от Раймса даблкил залетел у нас в этом раунде. 9-2. Ну, я уже говорил, что в атаке на кэше нужно действовать все-таки первым номером. Нужно проявлять инициативу. Нужно куда-то что-то заходить.
пытаться как-то что-то придумать. Вот, потому что вот то, что сейчас демонстрирует нам атака, ну, это очень скучно, это очень как-то грустно, на самом деле, на это смотреть. Врывается у нас просто Ниркс, посмотрите, что творит, а. Просто посмотрите, что творит Ниркс у нас. Ну, вот он бегает, его даже разменять никто не может. 28 хелспоинтов у него остается, он еще дает хае. Хае, правда, никого не задел. Два игрока в скрипе, у нас Раймс стреляется. У Раймса 25 хелспоинтов, он просто с юспаст выходит и убивает. Вау. Короче, какой-то лоу-скилл турнир, пойду руха посмотрю. Удачи, да, удачи, конечно. Но это не лоу-скилл, это просто игроки, типа, ну, обычного уровня на лан-турнире. Это только первая игра, у нас еще будут, может быть, и посильнее. Посильнее игры, поинтереснее, поэтому посмотрим. 10-2 пока что счет, кукурузы у нас впереди. И очень уверенно они в защите себя ведут. 10-й раунд свой актив они заносят. Без АВП, кстати говоря, играет у нас защита. Раймс решил, что... Пока что он КВП еще не созрел. Вот, пока что еще может он играть с кольтом. НЗ, правда, себе поднял АВП. Вот так вот. НЗ, у которого 2 кила, 2 к 11. Дент 1 к 12. Очень, очень мало убивает атака. Это, конечно, грустно. Ну что, НЗ, на приеме Мидвейна. Ну, хорошо. Убивает ежика, энтрикил для атаки. Опять же, два игрока уже поджимают у нас бэплент. Очень-очень агрессивно они там играют. И лонг. Ух ты, опять ошибка. Посмотрите-ка. Ну, атака начинает разыгрываться, что ли, или что? По ходу дела, да. Ой, ошибка от Святослава. Три минуса уже. Вот атаки моментальные. И что делать-то, собственно? Раймсу и Нирксу непонятно. Раймс уже бежит, в общем-то, как-то что-то сделать. Хотя бы на бэпленте никто не чекает хлупу. Боже мой. Минус отличный. Мог даже минус 2 он там дать. И что, убьет? Нет, не убивает он, к сожалению, фитиста, который с плунта у нас убивает. И Ниркс. Никс, на хлопе последний, 1 в 2 у него ситуация, 1 еще рудой, да ладно, какой хэдшот ставит, только что в плен последний, это Дент, Дент у нас за тремя, и зачем же ты опять на нож переключился, друг мой? Ну не ожидал у нас Никс увидит Дента за тремя, не ожидал, честно скажем, и третий раунд атака набирает. Ну что ж, продолжаем мы смотреть за этой увлекательной встречей. 10-3, пока что счет, фитис срывается уже на БП, на Б-пленте у нас два игрока, посмотрите, проблемы. Опять же проблема, пытается как-то еще защитить свой плент, и ну вот как-то даже раскидки не было, то есть нечем было откинуться, к сожалению. У нас Райм, кстати говоря, с АВП опять мажет. Раймс опять мажет. Уже два раза промаза. Ну, наконец-то в смок попадает. 3-3 ситуация, статус-кво. Ну что, ретейк от коллектива кукурузы. Мы с вами сейчас посмотрим. Харея не очень хорошая залетает. Адвейс откидывается с пунта. Ну, в принципе, тут должны забирать. Да, хорошо. Минус есть от Ниркса. Правда, Адвейс моментально минусует у нас уже ежика. И последний остается у нас Ниркс. Ниркс опять в ситуации 1 к 2, Эдвейс выходит, просто четвертый раунд за атакой. Вот вам и пожалуйста, Natural Selection собрались. И уже 4 раунда они забрали в первой половине как минимум. Возможно, даже пятый возьмут, потому что закуп, по-моему, должен... Не, закуп нормальный. Закуп нормальный, но я думаю, что на самом деле не хватит там нормально закупиться. Но, к счастью, хватило. Хватило денег, но мы видим, что раскидка все-таки не у всех полноценная. У Святослава, например, флешка смог. Ну что, вот раунды на Б-планте получаются. То есть атака нашла какую-то слабую, немножко слабую, наверное, все-таки точку на карте кэш в исполнении коллектива кукурузы. И продолжают они давить Б-плент. Ну, посмотрим, Эдвейс выходит, Святослав, отлично, есть минус. Эдвейс моментально у нас отвалился уже. Святослав имеет 55 хелспоинтов в своем активе, дает смог в мидл. Моментально уходит, теряет опять еще 12 хп. Даже не 12, даже 19, если быть точным. Ну и что, подсадка. Подсадка от кланга, но там никого же опять нет. Отваливается у нас фетист в скрипе. И 5 в 3 ситуация. НЗ, Легион и Дент попытаются еще перевернуть как-то ситуацию в этом раунде. Ну, скорее всего, это 11-4. В первой половине очень мало раундов все равно в атаке. В атаке надо на кэше все-таки брать хотя бы 8. Вот это мое мнение. То есть надо выигрывать в атаке первую половину. Дэн, хороший хедшот ставит, кстати говоря, в девятку. Разыгрались, походу говоря, игроки атаки. Ну что ж, лонг.
На хопе, опять же, минус 2 в 4 ситуации. У Легиона один хостпоинт. Дент еще один минус дает. Да ладно. Но Легион с ВП. 1-2 у него ситуация. Он разменял своего тиммейта. У него шансов, ну, просто крайне-крайне мало. Ну, надо было попадать, конечно. Надо было, наверное, сразу с зумом выходить. 11-4 для первой половины, в принципе, неплохо. Ну и по статистике смотрим. Так, а что у нас происходит? Почему опять вышел один игрок? No Steam Vulcan. Замечательно. Ниркс 21-8, 12-5 Ёжик, Раймс 12-5, 10-8 Святослав. И игроки Natural Selection, Advace 10-13, 7-13 Dent, Legion 6-14, 3-14 NZ, Фетист 1-6 пока что. Такие вот у нас дела. Такие вот у нас дела. Так, сейчас я зайду вообще-то, знаете, куда. Я сейчас зайду в группу ВКонтакте турнира. Ну, а ты по регистрации посмотрю, кто у нас вообще играет. Мне прямо вот интересно. Так, хедшот, компьютерный клуб, хорошо. Регистрация CSGO на 22 число, нашел. Так, кукуруза, вижу. Кукуруза, вижу. Вот, Natural Selection. Никита Мусютенко. 18 октября зарегистрировались. Ну, посмотрим. Так, сейчас пока пауза, я немножко отойду, сейчас на буквально 20 секунд, наверное. Ну что, продолжаем смотреть. У нас вторая половина. Пистолетный раунд. Кукуруза против Natural Selection. 11-4 после первой половины у нас. Ну и посмотрим, что в атаке продемонстрируют нам игроки команды Кукуруза. Пока что вот такой вот фейк. Там миллион дикоев залетел у нас. И немножко пофейковали под аплантом. Моментально перетягиваются под Б. Ну и посмотрим, кто на приеме-то. На приеме у нас еще Дент остался. Тут уже минус по Фетисту, минус по Денту. Моментально хлопы, правда говоря, нету, если честно. Три игрока у нас защиты еще живы, но очень долго стягивается. Легион замечает у нас в гараже одного из игроков атаки. Ну и уходит. Благополучно. Ниркс, Раймс, минус тем временем НЗ. Ну и Легион врывается просто у нас на хлопу. Не очень удачно. На капле у нас был еще один игрок. И 2 из последних. 1 в 5 у него ситуация. Шансов, конечно же, у него нету никаких. Раймс последний минус. 12-4. От Раймса, кстати говоря, трипл килл в этом пистолетном раунде. Ну и хорошая заявка, наверное, все-таки от Кукурузы на победу в этой игре. Ну, в принципе, мы увидели какую-то борьбу. Наверное, переломный момент был, когда смогли там большой винстрик взять у нас Кукуруза в дефенс. Потом как-то защита вроде бы, извините, атака вроде бы подсобралась. Natural Selection начали брать раунды. Взяли 4 в итоге, но этого все-таки, как мы видим, пока что недостаточно для взятия игры в целом. Ну и врывается лонг просто через шорт. Мы, кстати говоря, вот от Natural Selection не видели ни одного выхода через шорт. Ну и посмотрите, лонг что творит. Лонг находит одного, лонг находит второго. Ну и у нас Дент последний, Дент с USP. Действует под бэплантом. Он, опять же, форсбая, по-моему, у нас не было в защите. Решают они слить два раунда подряд, потом взять, возможно, какую-то снайперскую винтовку и попытаться уже с ней что-то интересное нам показать. Ну и Раймс опять АВП. На самом деле, каких-то
супер уверенных действий от снайпера коллектива Кукуруз в этой игре я не увидел. Да, были красивый прострел, вот, были хорошие минусы, в принципе, но их было мало. И СВП в первой половине совершенно не перло. Посмотрим, как будет, конечно же, во второй. Раймс увидел одного игрока за еще на шарте. Есть еще один игрок у нас на бочках. И что, Святослав минусует. И опять же, смотрите, опять промазал Раймс. Раймс пытается стреляться с глоком, но надо уходить. 7 хп все-таки и 16 армора у него осталось. Надо бы АВП, конечно, подсейвить. Два игрока на Б-планте. Последний это Дент и Фетис. Дент у нас остается в гордом одиночестве. Ставит, правда, хедшот на Святославу. И Родовый сзади. Раймс опять. Ну как же ты не попадаешь в спину два раза? Да что с прицелом у тебя, боже мой. Дент уже, блядь, минус 3 в этом раунде. Просто портит экономику у нас кукурузи. Да. Ну что сказать. Печально. Вот когда такое происходит, конечно, это очень-очень печально. Вот, когда вот так вот у снайпера не летит. Да, да, команда выигрывает 14-4. Да, все хорошо. Но все-таки, все-таки отметим, что Раймс АВП пока что не попадает. Совершенно. Ну, посмотрим, давайте. Вот опять он купил АВП. Я так понимаю, даже ему дропнули ее. Святослав, правда, есть минус опять же по Легиону. Опять интриги у нас... Какой-то непонятный бай, на самом деле, от защиты. Есть вроде флешки, есть смоки, но, опять же, ничего этого я не увидел. НЗ в спину просто-напросто не убивает у нас, правда, фетисты. Размен в количестве двух дает 3-2. Ситуация в меньшинстве, опять же, защита, флешка на мидл. Кстати, Дент, посмотрите-ка, Дент у нас тоже минусует там ежика. Ну и бомба у нас у Раймса. Раймс ждет пока что в мидвейне. Так, ну что, два игрока... Атаки, и вот у них хорошая позиция. Там Ниркс, посмотрите, как стоит Ниркс. У нас ждет просто за машиной Дента. Ууу, Дент находит, да ладно. Вау. Это было круто. Ну и Раймс решает сыграть на тайминг. В общем, будет просто ждать. Убивает у нас Дента, хорошо. И знает примерно, где находится еще один игрок. То есть, в принципе, Раймс может вполне затащить этот клатч раунд, но вот по-моему, Фетис просто сейчас по таймингу может опередить, да. Фетис по таймингу опережает, 14-5, первый оружейный в защите у нас Natural Selection все-таки выигрывают, и... Ну, какая-то заявочка на камбэк все-таки имеется. Небольшая, небольшая, но имеется. 14-5 у нас пока что. Видим в атаке мы АКМ в количестве 4 штук и по 250. Без армора у Раймса вот так вот. Вот так вот решает сыграть. Подкопить деньги, я так понимаю, на снайперскую винтовку. Опять же, мы посмотрим, что он нам покажет. Итак, позиционка, в исполнении атаки, 5 игроков, и никуда они совершенно не торопятся. Бомба у нас вообще в гордом одиночестве лежит под Б-пунтом. Там уже тем временем Святослав, посмотрите, на каплю проходит, кстати говоря, его тут не ждут. Его тут не ждут, а он уже в очень выгодной позиции. Ну, прям вот в очень выгодной позиции. Легион у нас есть минус. Первый легион пытается дальше убить у нас ежика. И в ногу попадает, кстати говоря, надо просто за USP добивать. И не решается это сделать. 2 хп у ежика. Правда, тем временем Святослав у нас все-таки дождался своего тайминга. Выходит, убивает моментально Дента в пульте. 2 в 3 ситуация. Ну и куда пойдет бомба? Бомба под Б. 2 хп, правда, у ежика. Тут Святослав разбирается, уже даблкил. В девятке ждет еще одного своего соперника. Очень рядовый у нас там Легион. О-о-о, там и Молотов, там и ХАЕ залетело. Просто Легион в шоке, наверное, находится. НЗ последний. У него 19 хп и очень опять долго НЗ стягивается. Ну, очень долго. Ну что, сейф, что ли, на последний раунд? Ну что ж, посмотрим. Привет, Саймон. Привет, чатик, привет. Ну, НЗ. Ситуация 1 в 2. Я думал, тут глобусы соберутся, а не звезды. Не, ну тут как бы на турнире есть глобусы, если не ошибаюсь. Вот. Там есть нормальные игроки. Но не везде же, ребята. Не везде же вы увидите, как бы, не во всех играх. Вы можете увидеть даже на про-уровне какие-то прям вот супер-пупер крутые игры. Вспомните тех же, например, на ESL Pro, например, СК... против Renegades, да, 16-0 Renegades выиграли, но вы же не скажете, что СК, как бы, звезды, да, там, типа, новые там какие-то, же нет. Ну, просто бывают такие дни, бывают такие игроки, то есть не все же профессионалы, вот, и
Мы просто смотрим сегодня за игроками города Новосибирск. Какие у нас есть игроки, на что они способны. У нас только первый матч, еще все самое интересное у нас впереди, я уверен. Вот. Так, что они делают? Ага, они решили поиграть в прыгунчиков, я понял. Давай. Подсади меня. Ага, все, хорошо. Подсадил, ну что, 15-5, 10 матч-пойнтов для коллектива. Кукуруза. Святослав уже у нас сделал энтрики, уже он, кстати говоря, опять, посмотрите, как, где он находится вообще. Просто где он находится, но все-таки Фетист минус Раймс, ну попади же ты уже! Что ж, просто можно мувик делать с игрой Раймса с АВП на карте кэш. Вот я серьезно говорю, потому что это реально жесть. Ну что, Фетист, один из, наверное, все-таки... Нет, я ошибаюсь, походу. Нет, 6-10, и у него плюс еще 4 фрага, да. Один из лидеров коллектива, все-таки где-то больше 10 киллов за эту игру он сделал. Фетист пытается развернуться, не получается. Ежик минус, Дент последний. Ну что, это победа команды Кукуруза. 1-2 у нас остается Дент. Посмотрим, может еще как-то что-то сможет нам показать. Нет. Нет, 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 16-5. И первую игру сегодняшнего турнира Кукуруза побеждает. И побеждает мега уверенно у коллектива Natural Selection. Спасибо им, что поучаствовали, в общем-то, в этом замечательном турнире. Вступайте в группу ВКонтакте. Видите ссылочку справа vk.com/mkchs. У нас компьютерный клуб Headshot. Вот, ну и мы будем с нетерпением, в общем-то, ждать следующей игры. Следующая игра у нас, сейчас скажу, кто играет. У нас играет... Я не знаю, кто играет, ребята. У нас на двух серверах идут игры, потому что... И... Ну, по идее, RTO против U-Team, наверное, скорее всего. Поэтому, кому интересно, не отключайтесь, подписывайтесь на ВКонтакте компьютерного клуба Headshot группу, подписывайтесь на канал Twitch TV Hockey X. Спасибо, и давайте ждать следующей игры.